Приветствую всех, кто начинает новый день с нами. В эфире «Вести. Утро. Кабардино-Балкария». В студии Мадина Урусова. Образование на расстоянии. Для детей с ограниченными возможностями здоровья порой это единственный способ получить базовые школьные знания. В республике специализированный центр по дистанционному образованию действует уже 4-й год. Об успехах в учебе особых детей расскажет Адам Абазов. Алиханчик, доброе утро. Как у тебя дела? Нормально, все отлично, я готовился к уроку. Примерно так начинается каждый онлайн-урок. У 9-летнего Алихана заболевание центральной нервной системы. В обычную школу он не ходит. Благодаря таким вот интернет-занятиям с успехом освоил программу 3-го класса. По компьютеру связи нет часто. Ну, не всегда, но почти всегда сложно. Короче, по компьютеру заниматься. Уроки у меня довольно хорошие. Особенно окружающий мир. Жалко, что родного в интернете нет. Центр дистанционного образования детей с ограниченными возможностями открылся в Нальчике 3 года назад. Это часть реализации одноименной федеральной программы, включенной в нацпроект образования. На сегодняшний момент в центре обучается 378 обучающихся. В этом году 40 наших выпускников поступили в вузы Кабардино-Балкарии и ведущие вузы страны. Набор идет круглый год, правда, сейчас он временно приостановлен. Должны расширить штат преподавателей и обустроить еще один кабинет для занятий. Однако через месяц к обучению приступит еще 50 детей, обещают в центре. Как признаются сами ребята, успехи в учебе не самое главное. Учителя становятся за время хоть часовых занятий, не то что 5-минутных, но хоть часа достаточно, чтобы стать хорошим другом. Адам Абазов, Марат Татруков, Вести, Кабардино-Балкария. Завтра в городах России и зарубежья отметят Международный день молодого донора. Примечательно, что истоки масштабной акции по сдаче крови здесь, в Нальчике. Все началось с инициативы общественной организации «М-Драйв». Ее учредитель Исмаил Гузоев сегодня гость нашей студии. Доброе утро, Исмаил. Доброе утро, Мадина. Исмаил, вот чтобы вывести на международный уровень донорское движение Кабардино-Балкарии, потребовалось всего, по-моему, пара лет, если я не ошибаюсь. Как вам это удалось? Ну, изначально мы эту акцию провели в 2010 году под названием «Кавказский донор». Четверг сентября был выбран не случайно. Мы хотим, чтобы студенты начали учебный год с позитивной акции, с позитивной ноты. В 2011 году нашу акцию поддержали в Общественной палате РФ, и она уже получила название «Всероссийский день молодого донора». А уже с прошлого года наша акция получила международный статус, так как нашу акцию поддержали во Франции, еще сдавали в Киргизии, на Украине, и поэтому теперь наша акция называется «Международный день молодого донора». И это уже вторая акция? Это уже будет 2-й год, да, вторая акция. Во сколько завтра приходить людям? Ну, акция начинается с 8 утра на станции переливания крови на Торчокова и до 2 часов дня. Вот если сегодня подводить какой-то промежуточный итог, вы можете сказать, что в нашей республике, естественно, с вашими усилиями, изменилось отношение к донорству? Ну, за последние 2 года замечается хорошая тенденция, потому что вот даже, например, многие люди, которые принимали участие в нашей акции, начали сами проводить подобные акции. Отзывчивой молодежи больше стало? Заметно больше, особенно студенты. Организации «М-Драйв» уже сегодня есть чем гордиться, но я уверена, что вы припасли еще какие-то грандиозные проекты на будущее. Вы можете поделиться планами? Изначально наша организация направлена на автоспорт, на пропаганду безопасного дорожного движения. И как бы вот сейчас планируется именно в этой сфере что-то новое делать. И это будет таким небольшим секретом, что... То есть что именно вы нам сегодня не скажете? Это будет сюрприз, да. Ладно, пускай будет сюрприз. Спасибо большое, но наш выпуск подходит к концу. И мы обязательно вернемся к этому разговору с нашим гостем, но уже в следующем часе. А пока эфир продолжат мои московские коллеги. Не переключайтесь.
Еще раз приветствую зрителей программы «Вести Кабардино-Балкария» в студии Мадина Урусова. И сегодня, в канун Международного дня молодого донора, мы пригласили в студию Исмаила Гузоева, учредителя общественной организации «М-Драйв», которая и положила начало этой масштабной акции по сдаче крови. И мы продолжаем наш разговор. Исмаил, вот кроме осознания того, что ты делаешь доброе дело и спасаешь порой людям жизни, какие плюсы у донорства? Что донорство дает самому человеку, который сдает кровь? Ну, статус донора – это прежде всего здоровый человек. Это ты делаешь добро, это тоже, можно сказать, прежде всего. Во-вторых, ты можешь получить бесплатный анализ крови. Угу. Ты будешь постоянно иметь, ну, быть в курсе о состоянии своего здоровья. Если какие-то отклонения по здоровью происходят, то есть ты сдал кровь, и там что-то, какие-то аномалии заметили, там вот, ну, при сдаче ты оставляешь свой номер, и как бы вам звонят и говорят, что так-то, так-то, что-то у вас обнаружили. Но ведь за сдачу крови сегодня можно получить и деньги. А вот в начале года большой резонанс вызвали изменения в российском законодательстве о донорстве. В итоге, насколько я знаю, выбор либо деньги, либо питание ставили за самими сдающими кровь. А как лично вы смотрите на этот вопрос? Должно ли донорство быть бесплатным? Мы считаем, что донорство должно быть бесплатным, потому что очень много проблем возникает именно с теми людьми, которые приходят ради денег сдавать кровь, потому что после того, как человек сдает кровь, его кровь поступает автоматически на полгода на карантин, и через 3 месяца человек должен опять вернуться на станцию и сдать анализ. То есть это берут небольшое количество крови, чтобы уже подтвердить полностью кровь. И вот те люди, которые приходят ради наживы, ради денег, они, как правило, не возвращаются на анализ, и их кровь просто-напросто выливают. Спасибо, Исмаил, за интересную беседу. И перед тем, как попрощаться, вы можете обратиться к нашим телезрителям. Я хотел бы сказать, несмотря на то, что количество доноров с каждым годом растет, количество потребностей крови из этого не уменьшается. Поэтому вас завтра всех ждем на нашей акции с 8 до 2 часов на станцию переливания крови на Торчокова. И я напоминаю, что у нас в гостях сегодня был учредитель общественной организации «М-Драйв» Исмаил Гузоев. Ну а мы продолжаем выпуск. Образование на расстоянии. Для детей с ограниченными возможностями здоровья это порой единственный способ получить базовые школьные знания. В республике специализированный центр по дистанционному образованию действует уже 4-й год. Об успехах в учебе особых детей расскажет Адама Базов. Алиханчик, доброе утро. Как у тебя дела? Нормально, все отлично, я готовился к уроку. Примерно так начинается каждый онлайн-урок. У 9-летнего Алихана заболевание центральной нервной системы. В обычную школу он не ходит. Благодаря таким вот интернет-занятиям с успехом освоил программу 3-го класса. По компьютеру связи нет часто. Ну, не всегда, но почти всегда сложно. Короче, по компьютеру заниматься. Уроки у меня довольно хорошие. Особенно окружающий мир. Жалко, что родного в интернете нет. Центр дистанционного образования детей с ограниченными возможностями открылся в Нальчике 3 года назад. Это часть реализации одноименной федеральной программы, включенной в нацпроект образования. На сегодняшний момент в центре обучается 378 обучающихся. В этом году 40 наших выпускников поступили в вузы Кабардино-Балкарии и ведущие вузы страны. Набор идет круглый год, правда, сейчас он временно приостановлен. Должны расширить штат преподавателей и обустроить еще один кабинет для занятий. Однако через месяц к обучению приступит еще 50 детей, обещают в центре. Как признаются сами ребята, успехи в учебе не самое главное. Учителя становятся за время хоть часовых занятий, не то что 5-минутных, но хоть часа достаточно, чтобы стать хорошим другом. Адам Абазов, Марат Татруков, Вести, Кабардино-Балкария. И на сегодня это все. Увидимся с вами завтра. Удачного дня!